И последнее. Накануне в Москве прошел единственный концерт культового британского певца Стинга. Изюминка вечера в том, что аккомпанировали звезде музыканты Российского национального оркестра. А сама атмосфера зала при его огромных размерах была почти камерной. Впечатлениями от увиденного и услышанного поделится наш корреспондент Наталья Ермак. Если манеры делают человека, то Стинг настоящий джентльмен. Пожалуй, это первый случай, когда концерт мегазвезды начинается вовремя. А если минут 10-15 потянули, то только потому, что московская публика рассаживается неторопливо. На сцену сначала поднялись музыканты Российского национального оркестра. Именно их выбрал сам Стинг для работы в Москве. А за 3 дня до концерта приехал дирижер-репетитор Челси Типтон и начал добиваться от них того звучания и исполнения, которое необходимо Стингу. Моя задача – это придать оркестру, с которым мы встречаемся в той или иной стране, именно тот стиль, который требуется для Стинга. И, конечно, тут самое главное, когда они начинают играть уже с оркестром Стинга, чтобы возникло идеальное слияние этих коллективов. Известно, что Стинг широко цитирует классику. Например, в русских это Прокофьев. Наши оркестранты с большим уважением относятся к такой серьезной базовой подготовке музыканта. Когда поступило предложение выступить с ним, мы ни секунды не сомневались и даже где-то поменяли свои планы и передвинули другие какие-то проекты. Поскольку Стинг, конечно, это музыкант высочайшего профессионального уровня, он получил в свое время классическое образование академическое, и несмотря на то, что он работает в области рока, поп-музыки, конечно, его творчество базируется на академических, классических традициях. Стинг просил обить свою гримерку в олимпийском черной тканью, убрать танцевальную зону близ сцены, вместо нее поставить мягкие кресла для публики. Возможно, ему хотелось увидеть хоть чьи-то глаза, потому что на стадионе это так сложно сделать, когда поешь о пропащей Роксане, которой не надо бродить по улицам и торговать собой. Он поет песни о настоящей любви, от которой, как правило, бывает больно. О том, что если смотришь на небеса, значит, сам ты где-то сильно ниже. О том, что в этой жизни чувствуется присутствие того главного, что так сложно выразить словами. Наталья Ермак, Мария Никонова, ТВ-центр. Новая информация в следующих выпусках программы «События». Следите за